Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. Во вторник в Самарской области пасмурная и снежная погода. Температура воздуха в дневное время -1, -3 градуса, ночью 3-5 ниже нуля. Ветер восточных направлений, скорость 2-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 2 с минусом, ночью 3 градуса ниже нуля. В Тольятти пасмурно, снег в течение дня, днем -2 градуса, ночью -5, восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем -2 градуса, ночью -5, ветер восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.